Thank you.
Спаси, Боже, люди Твоя, и благослови достояние Твое. Посети мир Твой милости и щедротами, возвыси оно христиан православных, и не спасли нами милости Твоя богатые. Молитвами Всепречистой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии, силы честного и животворящего Христа, предстательству честных небесных сил бесплотных, честного славного пророка, предтечи крестителя Иоанна, святых славных и всех вальных апостол, и живосвятых отец наших и вселенских, великих учителей и святителей, Василия Великого Григория Богослова и Иоанна Златоустого, и живосвятых отца нашего Николая, архиепископа Мирликийского чудотворца, святых равноапостольных Мефодия Кирилла, учителей славянских, святых равноапостольных великого князя Владимира и великой княгини Ольги, и живосвятых отец наших всея России чудотворцы, Михаила, Петра, Алексея, Ионы, Макария, Филиппа, Ива, Ермогена, Филарета, Иннокентия и Тихона, святых славных и добропобедных мучеников, преподобных и богоносных отец наших, святых и праведных Бог Отец, Якима и Анны, святаго архистратига Божия Михаила и всех святых, молим Тя, многомилостивый Господи, услыши нас грешных, молящихся Тебе. Все пресвятыми благи и животворя.